Ви повернулися на шоу, де ви обираєте свого улюбленого виконавця, де все відбувається наживо, де тільки від вас залежить все. Це великий фінал шоу X-Factor. Троє із четвірки фіналістів вже чекають на початок голосування, а в нас залишився ще один виступ. Сергію, мова йде про вашого підопічного. Кажуть, що під час його виступу на сцені буде відбуватиметься якась казка, справжні дива. Да, ви знаєте, це фінал, це останній номер концерта. И, наверное, не случайно это связано с моим именем, в частности. Для меня эта неделя была очень трудной, очень тяжелой, поскольку вы знаете, что из-за превратности зрительского голосования выбыла Ирина Борисюк, певица, с которой я связывал самые светлые и самые радужные и радостные надежды. Но вот так проголосовали. Для меня это был большой удар. Я даже думал, что для меня шоу закончено. Но потом я сказал, нет, стоп, стоп. Это будет новогодний эфир. И должен быть яркий, яркий финал. Яркая, интересная песня. По-новогоднему яркая. Которая сможет зажечь наши сердца. Мы вспомним о Новом Годе. Вспомним, что это радость, что это веселье, что это сани, что это зима, что это смех. И хватит грустить. И сегодня было так много грустных песен, и реквиемов, и молитв, каких-то тяжелых композиций. И вот пришел час именно той работы, той вещи, которая нас поднимет и скажет, что Новый год впереди, и он светлый, он несет много радужных, радостных надежд, новых надежд. И эта песня очень-очень старая, ей скоро исполнится 50 лет, представляете? Но вы поймете, что она до сих пор жива. В таком прочтении вы ее никогда не слышали. Мы экспериментировали, мы нашли новую форму подачи, новую аранжировку, новую постановку. Это будет ново, это будет свежо. Это мой подарок публике. Я благодарю вас, друзья, за то, что вы полюбили меня, за мои комментарии, за мои мысли. За то, каким я предстал вам на этом замечательном шоу. Итак, зима, и на сцене Владимир Ткаченко. Он приходит ко мне. И вот это вот... И не приходят такие... Так... На тебе позитивчик, на тебе позитивчик. Ткаченко Боба лучший в мире, когда поет в прямом эфире. Ну вот, ты им нужен, получается. Об этом можно только мечтать, то ты им нужен реально. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Смотрели. Вот как-то так грустно, и в то же время вот видно, что с радостью, что вот они гордятся мной. У тебя все получится, я знаю. Я всегда верила в тебя и верю. Не люблю, когда она плачет. Я готов все отдать, лишь бы ты не плакал. Я все-таки понял, что я не одинок, когда мы сидели все вместе. Родители, друзья. И я счастливый человек. Здрасте, гости дорогие. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Ну что, работать? Это яркий, бесшабашный, удалой хит. С шуткой, с танцами, намного иронии.
О! Дайте 5, Сергей Васильевич, круто. Учись. Она ни на что не похожа. Вообще ни на что не похожа. У них є своя стратегія, очевидно, на фінал. У сусідів і Ткаченка. Я думаю, що ця стратегія їм здається правильна. Чи спрацює, подивимось. Зачем подумав, та, що за пісня, легенька. Та, 62-го року. Задача, на самом деле, не з легких стоїть. Нет недачи, и все должно быть точно. Каждая нота. Все должно быть подчинено основной задаче. Донести настроение песни, юмор, шутку, новогоднее настроение. Единственная новогодняя постановка у нас. Единственная новогодняя песня. Ну и в ней хотелось показать все. И чудо, и сказку, и праздничное настроение. Ну, это пиковая точка всего этого шоу. Для меня это... тот момент, когда я должен сделать все возможное и невозможное. Володимир Ткаченко. Она снежки солила у березовой катушки. Она кружила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Хранила серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, дарила санный путь, а после в лес спешила, чтобы в избушке отдохнуть. Дверь скрипучая,
на сцене шоу «X-Factor». Володя, у перший день нового року годі було чекати щось більш запального і яскравого. Ну, справді, нарешті ми всі відчули, що сьогодні свято. Чесно, я не здивована ані трохи, що по нашій сцені їздить пічка. Мені здається, що твоєї енергії вистачило б ще й на те, щоб з місця зрушив суддівський стіл. Я скажу, на цій сцені, можливо, і не такий. Печка – це тільки начало. Я знала про це. Ёлочка, що скажеш? Это настоящий Новый год. И посмотрите, соседов весь вечер сидел, грустил. И тут такое! Кстати, вы заметили, сколько елок было на сцене? Правда, вот я полномера сидела, считала всюду, даже танцующие елки. За это отдельное спасибо. А вообще, Вов, я надеюсь, что сегодня ночью под бой курантов... Что таке? Ты загадал то желание, которое сбудется. Я надеюсь, спасибо. Дякую, Ёлочка. Серега, як тобі таке завершення великого фіналу? Твой продюсер оказался прав, и он сдержал свое обещание. Твое выступление было действительно освежающим. Оно было настолько освежающим вечером 1 января для меня. Я думаю, со мной согласятся многие телезрители у экрана. Оно было настолько освежающим для меня, вот лично, как глоток рассола. Нет, ты знаешь, еще более освежающим. Браво. Спасибо. Игорю, тобі слово. Володя Ткаченко – найдосвідченіший, найстарший учасник фіналу. І мені пригадалось пословиця лондонських ювеліров «Чорний бриллиант борозди не портит». Володя, ну реально Серега правий. Ті, хто тільки зараз вімкнув канал СТБ, тому що дуже добре відмічав Новий рік, вони просто злякалися. Я думаю, що вони зраділи. Вони зраділи, злякалися від радості. Було класно, реально драйвово. Ні, просто там написано. Почекай, Ігор, там же написано «Ти дома». Коли вмикаєш СТБ. Мені тебе було жаль, не знаю, хто такий підступний зробив трюк, сподіваюся, не сусідів, що той ішов дим, який тобі просто заважав співати. Ну, браво тобі, молодець. Дякую. Сергію, ви з Володимиром новорічні каскарі. Ви навіть посуд почали бити від радості, на щастя. Посмотрите, що він зробив зі стаканом. Він розбився едва ли не вдребезги. Я не знаю, видимо, от голоса я увидел, только уже все вот так пых, и тут вот осколки. Я не понял, когда это случилось. Это фантастика. Разбился стакан, и мы все в воде. Но это Новый год. Это просто X-Factor, это Новый год. Вытекай, да? Бей посуду, я плачу, вы приняли это буквально. Браво, браво, дорогой. Я не ожидал, что это будет даже столь сильно и столь искрометно. И... эту победу, конечно, победу Володи Ткаченко я буду расценивать как победу триумвирата. Ткаченко, Борисюк, Сергей Соседов. Это наша победа. Спасибо, друзья. Спасибо, Володя. Спасибо, Оксана, за этот вечер. Спасибо, коллеги. Я поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем радости, счастья, гармонии. Гармонии души, гармонии с окружающим миром. Красоты и любви. Будьте счастливы, друзья! Дякую!